Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вас поприветствовать и даже немножко так поздравить с желанием и решением включиться в занятия йогой и начать прохождение курса «Йога для начинающих. Путь к мастерству». Мне очень приятно, что у вас есть желание у меня учиться, есть желание заниматься йогой. Я очень хотел бы всячески вас поощрять на этом пути. Это действительно очень интересный и достойный путь, который принесет множество интересных открытий. И все курсы мы снимаем, практически большинство курсов мы снимаем в Таиланде. Вот вы можете видеть за моей спиной красивая картинка с лодочками, с отливом. Вот. И вот эту вот теплоту и душевность Таиланда в каждом ролике, в каждом нашем курсе стараемся немножечко вложить, чтобы вам было приятно, где бы вы ни находились. И какая бы зима, осень и какая бы нехорошая погода ни была бы у вас, чтобы вы немножечко впитывали тайского тепла и солнца. Вот. И хотелось бы, чтобы вы получили большую пользу от курса, от ваших занятий. И по поводу того, как получить больше пользы от курса, именно от курса и от занятий вообще, тоже сделаю отдельный ролик. Это очень важно, именно не только вот просто заниматься, но и отслеживать, замечать, понимать, где какая для вас приходит кайфушка, можно так сказать. Вот. Также скажу про регулярность. Вот это тоже отдельная тема и отдельный ролик. Старайтесь практиковать регулярно. Тоже расскажу, почему так важно заниматься регулярно и какие плюсы приносит регулярность. Вот, приступайте, не откладывайте, сразу начинайте заниматься. Как только у вас появился доступ к курсу, сразу же попробуйте начать заниматься. Или хотя бы просто включите видео. Видео короткие, по 10-15 минут. Не думайте, что это очень много времени у вас займет. По чуть-чуть, понемножку, по 10-15 минут вы будете уже видеть сразу с первой тренировки результаты. Постарайтесь их отслеживать, замечать и, может быть, даже как-то фиксировать. Пишите мне это будет очень приятно. Вот, приступайте и до скорых встреч!